Деловые новости в эфире канала ОТС. С вами Дмитрий Белькевич. Здравствуйте. Выпуск открывает «Цифра дня». Почти 200 миллионов рублей вложат энергетики в ремонт новосибирской ТЭЦ-5. Речь о четвертом блоке, в состав которого входит котел, турбина и генератор. Мощность составляет 200 мегаватт. Это на 17% суммарной мощности станции. Последний раз это оборудование ремонтировали 5 лет назад. А в прошлом году провели ремонт энергоблока номер 3. Он не только увеличил мощности ТЭЦ, но и уменьшил выбросы в атмосферу на 300 тонн в год. Какие продукты подорожали в марте в Новосибирской области? В чем причина роста цен на жилье? И как россияне относятся к действующей системе налогообложения? Подробности далее. Товары и услуги в Новосибирской области в марте выросли в цене на 0,6% по сравнению с февралем. Однако, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 4,8%. Это следует из данных, опубликованных на сайте Новосибирскстата. На ваших экранах данные по стоимости некоторых продуктов питания, которые за минувший месяц прибавили в цене. В списке лидеров роста колбасные изделия и мясные продукты, рыбные деликатесы и молочная продукция, сахар и кондитерские изделия. К слову, что касается сахара, то в стране еще действует трехстороннее соглашение между правительством, сетями и производителями. Оно ограничивает предельную отпускную стоимость товара и в розницу. А для сокращения издержек производителей Кабмин направит им 9 миллиардов рублей субсидий. Между тем, еще один продукт может подорожать в апреле-мае – это майонез. Ценники могут переписать на 5-12%. Связано это с ростом цен на яйцо в преддверии пасхальных праздников. Банк России видит негативную тенденцию в росте цен на жилье. По мнению регулятора, это может нивелировать положительный эффект от снижения ставок. Как говорится в сообщении Центробанка, во второй половине прошлого года в большинстве регионов страны цены на жилье существенно выросли. На это повлияло три фактора. Первый – ипотечные кредиты стали доступнее, в основном из-за смягчения денежно-кредитной политики Банка России в 2020 году и действия ряда льготных ипотечных программ. Второй – наблюдался рост издержек застройщиков, поскольку цены на материалы подскочили. Третий фактор – переход на эскроу-счета и длительная адаптация строительного бизнеса к новым реалиям, что привело к снижению объемов ввода жилья. На рост цен обратил внимание президент Владимир Путин. В среднем цены подскочили на 12%, и в итоге, по поручению главы государства, обоснованность такого скачка цен проверит ФАС. Больше 40 тысяч человек объявили себя банкротами в первом квартале этого года. Об этом сообщает Федресурс. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го количество выросло на 81,5%. А в январе-марте прошлого года прирост к 2019-му составил 68%. Всего же с тех пор, как у россиян появилась возможность подать на собственное банкротство, а именно с 2015 года, такой статус получили почти 323 тысячи человек. Отмечу, 95% исков о банкротстве инициированы самими гражданами, около 4% кредиторами и всего процент налоговой службой. Также на ваших экранах регионы-лидеры по количеству судебных банкротств. На первом месте Москва – 2224 случая, на втором – Подмосковье, на третьем – Краснодарский край. Замыкает этот список Башкирия. Тем временем треть россиян считает, что платят слишком много налогов. Это следует из данных опросов ЦИОМ. Более половины считают, что налоговое бремя для них достаточное, и лишь процент, что можно было бы платить и больше. Также аналитики выяснили, какие виды налогов чаще всего платят россияне. Оказалось, что в 2020 году 34% пришлось на транспортный налог. Еще треть – это налог на квартиру, 27% – земельный участок, а каждый пятый заявил, что подлежащего налогообложению имущества у него нет. Максимальный уровень безработицы зарегистрирован по итогам 2020 года в Ингушетии. Об этом сообщает Росстат. За весь прошлый год он составил 29,8%. Далее в списке официального органа статистики расположились Чечня, Тува, Дагестан и Северная Осетия. А вот самый низкий уровень безработицы в России – в Янао. Немного отстала от этого региона Москва. Еще ниже с показателем в 2,9% оказался Санкт-Петербург. Новосибирская область в середине рейтинга, поскольку в нашем регионе, согласно данным Росстата, численность безработных граждан в возрасте от 15 до 72 лет в прошлом году в абсолютных цифрах составила почти 93 тысячи человек. А всего же по стране в 2020 году было зарегистрировано 4 миллиона 300 тысяч безработных. Большинство из них – мужчины. Российское правительство создаст систему обмена данными о стартапах для бесшовной поддержки. Об этом сообщил первый зампред правительства Андрей Белоусов. Речь об акселерации стартапов от формирования команд до вывода продукции на рынок. Кроме того, впервые в России создадут частно-государственный инвестиционный фонд фондов, капитализация которого составит не менее 20 миллиардов рублей. Вопросы ускорения инвестиционного и технологического развития являются определяющими для устойчивого долговременного роста российской экономики. Они, безусловно, остаются в центре нашей работы, и мы приложим все усилия, чтобы добиться успеха, заявил Белоусов.
Ну, на этом у меня все новости. С вами был Дмитрий Белькевич. На следующей неделе о последних тенденциях в экономике вас познакомит моя коллега Ксения Петренко. Ну, а я прощаюсь с вами. Удачи! Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ.